маску надевай. Маску надень. Не снимай, пожалуйста, ее, Маш. Давай. Маш, все хорошо там тебе видно в маске? Да. Так же, направо. Маш, сбавляй скорость. Маша, не торопись. Пожалуйста, помедленнее, ладно? Все, окей, все, все пойдет? Потихоньку, потихоньку, Маша. То же самое место. Маша, вон там наверху, когда ты выехала, там сбавляй скорость, не надо туда вылетать. Знаешь почему? Почему? Потому что многие едут, там полога, 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 потом они когда туда выкатываются, они боятся. Помнишь, как ты первые дни боялась? Да. Они также, у них ступор случается, они просто тормозят и не понимают, что делают. Ты аккуратно их объедь, а потом уже езжай, окей? Не надо вылетать, как ты сейчас в дерево чуть не улетела. Это во-первых. Во-вторых, чуть-чуть скорость сбавляй. Ты сильно летишь. Мне очень нравится, как ты катишься, но ты еще не закрепила. Нужно чуть-чуть скорость контролировать. Ладно, Зек? Сверху чисто, можно ехать. Для реактивной скорости. Маша, не ешь снег! Выброси! Ага. Маша, мы здесь.